Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы готовим домашнее слоя у нас из капусты, рулет. У нас ингредиенты сейчас вот здесь на фарше добавлено, соль. На описании напишу рецепт, просто объясняю, вот лук, один штук лук. Картошка полкилограмм и капуста. Капуста здесь в фарше, все покажем. Капуста варится, вот так листьем потом отварной капуста снимается, вы это хорошо знаете. Для меня это новинка, жена просит вот готовить все. Хорошее блюдо, я думаю. Называли это рулет, короче, с капустой. Покажем все. Оставайтесь с нами. Лайки не забудем. Картошка вот так жарится. Запах приятный с картошки уже выходит. Так, что вот так. Так. Дорогие друзья, здесь секрет скажу, здесь добавлена паприка, все, молотый перец, вот это аромат и вкус дает, хрустящая картошка получается. Вот это твердое место надо отрезать и убрать. По-узбекски это дульма. Дульма. Рулет, короче. Капуста.
тоже вот остатки от капусты остались, тоже жарится, добавляется. У нас это рулеты все готовы, картошка жареная готова, и томатный соус тоже добавляем. Томатный соус добавляется немножко. Картошки сверху добавляли, сейчас рулет добавляется, внизу лук жарится, помидорный соус и соль немножко добавляется по вкусу. И в маленьком огне сейчас уже надо на паре оставляем. Капуста. Все доказал получить. Тоже соус добавляется, вкуснее получится. Зира добавляем. Приправа. Ароматно. Рецепт на описание оставляю, дорогие друзья, не волнуйтесь. Немножко соль добавляем. По вкусу. 2 ложечки. В процессе мы добавили 3-4 ложечки маленькие. 1 стакан вода, 200 грамм, 250, ничего не страшно, будем тушить так. Сейчас кипятит, огонь уменьшит потом. Дорогие друзья, у нас уже готово блюдо. Сейчас будем кушать. О, такой пар. О май гад! Сок сверху, который в казане остался. Сок. Чуть-чуть добавляет и у меня слюнет. Начинаем пищу, надо быстро есть. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Мы сейчас будем кушать. Приятного аппетита всем. Спасибо. Не забудем ставить лайки. С вами был Шухрат. Моя семья.